Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Вся Россия в Самаре. Почти 200 дзюдоистов, 24 региона. Элита спорта в МТЛ-арене разыграла Кубок губернатора. У трофея длинная и богатая история. Впервые турнир прошел в Сызрани 28 лет назад. Тогда призы дарил завод «Тяжмаш». Организовал соревнования только для женщин местный тренер Александр Жигалев. Спустя пару лет на татами вышли и мужчины. Сегодня Кубок губернатора – один из важнейших стартов в календаре российских дзюдоистов. Здесь очень много сильных спортсменов, очень много призеров чемпионатов России и также международных соревнований. Самые представительные – 73 килограмма, там очень, самое большое количество участников и, соответственно, самая большая конкуренция. Поэтому будем посмотрим, как закончится. Тут еще борьба продолжается. В финале весовой категории 73 килограмма на татами самарец Миржон Аброров и Георгий Шмаков из Кемерово. Кубок губернатора уехал из Самары. У Абророва только второе место. Зато не подкачали женщины. В категории 78 килограммов трофей завоевала самарская дзюдоистка Юлия Лаврентьева. Выиграть удалось у постоянной и непобедимой соперницы. Мы уже встречались на этом турнире несколько лет назад. Я проиграла, и тогда проиграла быстро. Потом мы с ней встречались еще на России до 23 тоже я проиграл ей. Ну вот, сегодня мне удалось выиграть, значит, я выросла. Когда-то за Кубок губернатора сражался в статусе будущего олимпийского чемпиона и Тагир Хайбулаев. Сегодня самарский дзюдоист наблюдает за молодыми спортсменами уже с судейского кресла. Это как начальный этап был, потому что раньше мы боролись только в Самаре с самарскими ребятами, а сюда приезжают со всей России ребята. Это хороший опыт, чтобы побороться. Наши зрители тут присутствуют, и перед ними еще больше ответственность, волнение. И когда ты это все преодолеваешь, конечно, становишься еще сильнее. Желание, трудолюбие и немного удачи – секретный рецепт олимпионика по дзюдо. Им Хайбулаев наверняка поделился со сборной Самарской области еще несколько лет назад. Как и в прошлом году, хозяева турнира на Кубке губернатора выступили достойно. В общей сложности у команды 14 медалей. 3 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. В сентябре лучшие дзюдоисты Самарской области поедут на чемпионат страны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!